то, что было раньше в Советском Союзе, значит, что секса нет у нас, а секса был он в любом случае, но не так был показан, просто закрывались, закричали. А сейчас интересно, что даже посмотреть литературу даже. По статистике здесь вот где-то 18-23 года вот этот возраст, это большинство, это больше 60% таких посетителей. Это для меня необычно. Говорит о том, что молодежь, ну, не зашорена, а свободна. То есть она на нее не так влияет, допустим, да, тот же телевизор, да, то есть они больше в интернете, да, они больше знают, они больше интересуются. То, что, ну, как бы разврат везде по телевизору, в журналах, это факт. То, что люди одеваются так, как, в принципе, на пляже, да, ходят точно так же сейчас ходят и по улице, это тоже все есть. Им действительно тяжело. И с этим связаны ухищрения такие, и старания женщин и привлечь к себе внимание, и быть сексуальной, и хорошо функционировать в сексе. Не только надеть кофту с большим декольте и юбку шириной не более 22-23 сантиметров. Если появляется все больше и больше, значит спрос есть. А как правило, если есть спрос, будет и предложение. То есть это вопрос такой сложный немного. Мне кажется, если появляется, значит должно появляться. Вот. А люди, приходить не приходить, каждый выбирает сам.